партнер программы «Украинская биржа». Один из лучших игроков в истории сквоша и автор мирового бестселлера «Университета биржевого спекулянта» Виктор Нидерхофер в 80-х-90-х годах создал себе огромное состояние и репутацию одного из ведущих, управляющих хеджевыми фондами и выдающегося торговца фьючерсами. Но его погубила чрезмерная любовь к риску. Перед азиатским кризисом 97-го года он сыграл на повышение таиландских акций, а в ходе кризиса на повышение индекса S&P 500. Когда рынки обрушились, Нидерхофер в одночасье потерял все. 130-миллионный фонд и почти все собственные сбережения. Казалось, жизнь нанесла ему сокрушительный удар. Однако он сумел преодолеть путь наверх во второй раз. В книге «Практика биржевых спекуляций» трейдер пишет: «Жизнь, как и рынки, предлагает самое большое вознаграждение тем, кто готов рисковать. Риск означает неопределенность, тревогу и возможные потери. Однако он также выявляет лучшее, что в нас есть». Здравствуйте, в эфире «Биржевая азбука», цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – торговые стратегии с использованием фьючерсов. Появление в Украине срочного рынка открывает перед инвесторами и торговцами новые стратегии торговли на бирже. Участники рынка выделяют три основных направления использования фьючерсов. Первая стратегия – это торговля самих фьючерсов. Вы можете, в принципе, зарабатывать на падении, на повышении, так же самое, как вы будете торговать любые акции или эмитенты. Второе – это хеджирование, то есть, когда у вас есть какая-то определенная акция, и вы, например, смотрите ее вверх, и если вдруг рынок будет падать вниз, вы можете прикрыться фьючерсами, это называется хеджирование. И третье – это арбитраж, когда вы торгуете фьючерсы против других инструментов. Очень многие биржевые игроки, когда выходят на биржу, стараются торговать только фьючерсы. Почему? В принципе, залоговая стоимость очень маленькая, очень большая ликвидность обычно и очень хорошо работает технический анализ. Хеджирование позволяет инвесторам защититься от колебаний рынка. Раньше, когда рынок падал, инвесторы спешили закрыть свои позиции в акциях. При этом из-за низкой ликвидности несли дополнительные потери. Теперь же, благодаря фьючерсу, инвестор может легко обезопасить свой инвестиционный портфель. Если вы считаете себя долгосрочным инвестором и хотите в неблагоприятный период с повышенной волатильностью защитить себя от каких-то ценовых колебаний на рынке, вы можете открыть противоположную позицию с использованием фьючерса. То есть, если у вас в портфеле есть длинные позиции, вы открываете противоположную позицию по фьючерсам в том же размере, в каком у вас есть портфель. А для чего это делается? Если рынок начинает падать и падает стоимость вашего портфеля, вместе с этим увеличивается прибыль по короткой позиции по фьючерсу. Таким образом, вы, скажем так, пережидаете какой-то волатильный период и выходите уже, наконец, периода хеджирования с той же доходностью, с которой вы заходили в этот, скажем так, волатильный отрезок времени на рынке. Еще одна широко применяемая в мире торговая стратегия – арбитраж. Арбитраж. От французского «арбитраж» – справедливое решение. Несколько сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках. Пространственный арбитраж. Либо на одном и том же рынке в разные моменты времени. Временной арбитраж. Сегодня на украинском срочном рынке называют две возможности для арбитражных сделок. Первая – на разнице между текущей и расчетной стоимостью фьючерса. Вторая – торговля спредов между стоимостью фьючерсов с различными сроками исполнения. Если вы торгуете фьючерсом, у него есть какая-то объективная расчетная цена, которая получена математическим путем, исходя из математической формулы. Но эта цена может, скажем так, не соответствовать реалиям на рынке. К примеру, наш индекс равен 2100 пунктам, фьючерс на него оценивают в 2150 пунктов. Хотя реальная цена этого фьючерса должна быть 2120 пунктов. Соответственно, 30 пунктов являются какими-то спекулятивными. И если вы видите, что вот эта спекулятивная часть начинает расширяться, вы можете в какой-то момент, если вы считаете, что этот коридор начнет сужаться, вы можете продать фьючерс, купить акции на спот-рынке, и вот этот небольшой коридор на определенном объеме станет для вас дополнительным заработком. Торговля спреда заключается в том, что берутся два контракта с разными сроками поставок и смотрится разница цен. Тот контракт, который стоит дороже, продается, тот, который стоит дешевле в моменте, он покупается. То есть идея этого метода такова, что рано или поздно цены более длинного контракта, более короткого сойдутся, тогда трейдер зарабатывает. Ну, если этого не происходит, конечно, трейдер несет определенные убытки.
Следует помнить, срочный рынок более рискованный, нежели спотовый рынок акций. Поэтому на начальном этапе вашей торговли на бирже к использованию фьючерсов следует относиться предельно осторожно. Для тех, кто хочет торговать фьючерсами, я бы порекомендовал некоторое время поработать на спот-рынке. Почему? Потому что на спот-рынке колебания меньше и отсутствие плеча все-таки снижает риски. Фьючерсный же рынок, ну, если брать на примере украинской биржи, пятое плечо – это фактически возможность заработать в 5 больше, но это и потерять в 5 раз больше. То есть на цифрах это означает следующее. Если инвестор купил фьючерс, а он просел на 10%, то фактически он теряет 50% от его денег. Поэтому фьючерсами можно торговать, только набравшись опыта и откатав свои стратегии. Те люди, которые только начинают торговать фьючерсом, в принципе, только одно. Обязательно нужно торговать со стопами. Это раз. Во-вторых, не торговать с утра до вечера, то есть выбирать только те или графические формации, или те ситуации, когда вы понимаете рынок, или, естественно, когда что-то очень сильно фундаментальное происходит на рынке, где бывает очень сильное колебание, на этом действительно можно заработать. Точку не ставим. Тема следующего выпуска «Биржевой азбуки» – управление портфелем. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа».